Go. Who's his name? Anton. Anton? Anton Калюжный. I think he's a helicopter. Напугал ужас. No, I don't think he's arrived yet. Это один из самых опасных трюков. Есть еще другая сторона, о которой просто нужно знать, нужно самому себе ответить на вопрос, готов ли ты к тем потерям, которые могут наступить. Есть какая-то грань, мне кажется, когда эти риски перестают быть разумными, пролеты на безумно малых высотах, пытаясь кого-то удивить. Потому что ты мировой рекордсмен. Собираешься ли ты дальше прыгать? Когда ты видишь, что человек летит туда не надо. Твои травмы, я понимаю, не останавливают. Видимо, нет. Удар, и открылся купол. Это произошло на наших глазах. Окей, я прыгаю. Самый безопасный прыжок – это тот, от которого отказался. Да, я тщеславный человек. Неправильная разбежка, столкновение в небе – все, это человек. Вот он рассказывает анекдоты, а вот его просто нет. Ты как бы играешь своей жизнью. Рано или поздно ты задумываешься, та ли это цена, которую ты готов платить за эти увлечения. Это вопрос, на который нет ответа. С любым из нас в любой момент может произойти все, что угодно. Самое главное, ради чего? Смысл-то нет никакой. Биться тщеславие. Есть просто люди не везучие, не фартовые. Ты как бы играешь своей жизнью. Наш сатана искушал Господа. Насколько у тебя железные яйца, чтобы там не испугаться последнего дня. Прыгни вниз, и тебя ангелы понесут, написано. Ты считаешь, что все-таки не фартовые, да? Серафим Саровский, день которого ты родился, наверное, тебе помогает все-таки. Тебе нельзя открывать парашют. Тогда это, наверное, можно назвать по аксенте.